Друзья, все вы знаете историю нашей команды об отце и сыне. А теперь представьте, что у этой истории появилось неожиданное продолжение. Итак, сын с девушкой на свидании. Оксана, извини, но на свидание со мной папа пришел. А это кто тут такая красивая, а? А это сын у меня такая красивая. Папа, прекрати. Знакомься, это Оксана. А где Наталья? Какая Наталья? Синчукова. Где она? Чем занимается? Куда пропала? Смешно папка придумала. Да это еще ничего. Со мной вообще мама пришла. Здрасте, здрасте. Мадам, вы так прекрасны. Я, наверное, даже свою анкету с «Давай поженимся» заберу. Слушайте, а вы в 78-м в Ялте не отдыхали? Отдыхала. Слушайте, ребят, не торопитесь, возможно, вы родственники. Папа! Да шучу. Мадам, в этой мужицкой обойме есть еще один холостой патрон. Валера! Летящий походкой, ты вышла из мая. Ну, раз речь пошла о страшненьких подругах, Зинаида! Идет обычная девчоночка фабричная. Прям Абба в сборе. Валера, ну-ка, удиви дам. Зинаида! Эти глаза напротив калейдоскопа. Ребят, ситуация прям как в фильме «3 плюс 2». Так нас же шестеро. А я не говорил, Валера женат просто.